6 июня. Июля. Ну, или июля. Ну, как? Вообще у нас август на дворе. Какое число? 18 августа. Так, 6 июля. Евгения. Письмо называется «Ничего не хочется». Добрый день, Юля. Здравствуйте, Евгения. Моему ребенку 9 месяцев. Часто я остаюсь одна с ребенком, муж на работе. Я понимаю, что нужно, важно с ребенком разговаривать и объяснять все окружающее, показывать, но ничего не хочется делать, как я вас понимаю. Просто сижу молча и залипаю. На чем, интересно? На технике? А ребенок сам с собой разговаривает на своем и играет. Прекрасно, да, не нужно к нему лезть. Мы не лезем к ребенку до тех пор, пока ребенок сам занят своими пятками, руками, волосами, игрушками, там, сосками, рубашками на себе и так далее. Вот когда вы чувствуете, что все, ему надоело быть самим собой, ему требуется внимание, вот тогда да. А зачем к нему представить? Видите, сидит, разговаривает, на своем играет. Когда начинает капризничать, с трудом подавляя раздражительность. Ага, здесь уже да. Все время жду, когда придет муж или еще кто-то, с ними уже разговариваю, настроение поднимается. Когда нет его, то прям тоска, чувствуешь себя одиноко, не хочется заниматься с ребенком. Что мне делать? Спасибо за ответ, Евгения. Хандра, хандра, все хандрят, понятное дело. Всем нужна подпитка, просто поддержка. Да, нет, 9 месяцев, скорее всего, уже это, уже прошло это дело. Либо какой-то затянувшийся. Ну, тогда бы это все 9 месяцев. Самый главный вопрос, это сразу после рождения появилось? Или это вот последний месяц появилось? Если сразу, как ребенок родился, и это, то есть вот это состояние было всегда с момента рождения, то тут уже как бы... К психиатру. Да, к психиатру. А если это месяц назад, 2 месяца назад, ну, значит... Тогда нужно поковыряться, поанализировать, что произошло 2 месяца назад. То ли муж стал больше работать, то ли вы переехали, то ли вы разругались со своей подругой. То ли просто осень, или лето. Или лето, а нет возможности весна, уехать осенью. В отпуск, ну, допустим, да, из-за ребенка. Ну, нет, это одно и то же. Это у всех такое происходит. Поэтому я тоже не могла долго сидеть. Я уже чего-то делала. То ли работать выходила на каких-то там часочек какой-то, то ли сбегаешь к подружке, то ли на маникюр. Достаточно даже на маникюр вот смотаться на 1,5 часа, возвращаешься совсем другим человеком. Ну, я маму прекрасно понимаю. Тоже бывает, что сидишь, и кукушка вот она тут приходит к тебе. Люди, да, вам нужны люди. Люди какие-то пришли, или муж, уже полегче стало. Ну, что хочу сказать, как Женя вот уже вклинился в нашу консультацию, начинает вклиниваться. Значит, если это у вас длится с рождения, и вот такая вот затянувшись на 10 месяцев пострадовая депрессия, скажем так, то и вы не можете никак с этим справиться, вообще никак, вот только вот муж приходит, как-то развивает это дело, то можно до психиатра дойти. Может, таблеточки даст, может, поговорите. Ну, а ребенку куда деть? Как к психиатру с ребенком пойдешь? Тогда я бы вам посоветовала, если к психиатру не получается, я понимаю, что не получается, куда там с ребенком, не с кем оставить. Тогда, значит, идем в клуб. С 8 месяцев есть клубы, которые берут. Там будете болтать с мамочкой. Ко мне, когда приходили 8-месячные, я их... Да, я их терпеть не могла, этих 8-месячных, потому что, как я уже говорила, они нисколько занимались. Мне так как педагогу интересно, чтобы была отдача какая-то, чтобы я показала, ребенок сделал, да, какой-то вопрос-ответ. А эти, они только ползали, слюнявили мои пособия, ничего, естественно, они не делали. Вот, а мамы не слушались меня. Но я еще тоже там молодым педагогом была, не могла еще прикрикнуть, пригаркнуть. Вот, это сейчас я могу сказать, ну-ка, положили телефон и работаем. Вот, как-то заставить. А раньше я такая, ну, пожалуйста, ну, давайте попрыгаем, давайте потанцуем, ля-ля-ля. А мамочкам нужно было только болтать. Мне кажется, они ходили ко мне на такие занятия, только вот чтобы ребенок что-то сосал и ползал, был занят в безопасной среде чем-то. А они, а ты что, а ты куда купила, а как ты кормишь, а где ты была, а он что сказал, а Настя, вот у нас сейчас проходил только так. Значит, вот идите в такие клубы. Это раз, 8 месяцев принимают. 2, это идите на площадки, находите себе друзей, подруг, с кем можно поболтать. Че, куда? Давай, помогай. Ну, куда-то нужно идти. Найти свое хобби. Может быть, блог завести в Инстаграм. Может быть, начать что-то плести. Вспомнить, что вы там в детстве очень хорошо умели там бижутерию делать. Может быть, из эпоксидной смолы что-нибудь, какие-нибудь серьги делать. Рисовать, шить, вышивать. Сторисы снимать в Инстаграм. Ну, придумайте что-нибудь себе. Вы найдите пользу из этого ребенка, если он вас пока не удовлетворяет. Да, есть мамы, которые вообще балдеют от грудничков. И им вот он
только улыбается беззубым ртом, он в памперсах, и им нравится такой вот запах, тискать, нянчить. А вот когда более взрослые, не нравится. Но есть мамы, которым маленькие не нравятся. Я тоже детей до года не особо сильно понимаю. Мне нужно вот после года, чтобы он пошел, что-то вот моргнул, как-то я его позвала, он хоть откликнулся. Я вот детей после года люблю. Но, может быть, вы такая же. Значит, давайте пользу из этого маленького вытягивать. По магазинам шопинг какой-то, поснимали в сторис, вот девчонки есть такие-то, такие-то распашонки, вот такие-то, он такой-то померили на своем как-то его. Ну, не знаю, но придумайте что-нибудь, помогай. Но нужно идти к людям. Если вас люди успокаивают, меня, например, люди наоборот раздражают, и мне бы куда-нибудь в парк и потише. Птичек буду слушать, я лучше уток буду кормить. На берегу моря посижу. Да, на берегу моря одна с удовольствием посижу, закаты, восходы посмотрю. А вам, видите, вас угнетает одиночество, вам наоборот нужно в общество. Значит, топайте в это общество. Если не получается топать, значит, это Инстаграм сторисы какие-то. Заводите, лезьте, какой-то канал делайте. Ну, что-то нужно делать. Ну, не к психиатру же на эти транквилизаторы. Вспомните, кто вы по образованию, что вы умеете делать. А лучше все клуб. Вот если деньги позволяют, 3 раза в неделю, по часу, девчонки прямо у нас там раскрывались, они прям лучше себя чувствовали. Ну, давайте, в общем, вылезайте из этой депрессии. Лето, солнце отсутствует. Ну, шейте, рисуйте, наряды покупайте. Ну, что-то давайте, вытаскивайте себя. Нет, значит, к подругам или к психиатрам. Не пугайтесь этого слова. Еще раз повторюсь, что как сердце, глаза, уши, что там, кости нужно, кожу, волосы лечить, так и душу тоже нужно лечить. У души тоже есть свой врач, и если вы к нему пойдете, это не значит, что вы, все, вам белый билет напишут, что да. Вы сумасшедший, что вас сейчас в клинику посадят и затравят там какими-то таблетками. Идите. Достаточно только поговорить с человеком, даже с психоаналитиком каким-то, да, психотерапевтом. Может быть, достаточно даже поговорить, вот выговориться, вам уже легче станет. Ну, блин, на все деньги нужны. А если не деньги, так это Инстаграм, да, сторисы какие-то про ребенка. Ну, давайте, в общем, вытаскивайте себя за уши из этого всего. Годик будет уже полегче, наверное. Евгений, 6 июля, ничего не хочется, апатия, летом вдруг что-то напало.